Здравствуйте, с вами Юра Хакер ТВ. Сегодня я буду решать с вами белую штуку. Вот эта белая штука появляется при загрузке компьютера, когда компьютер перезагружается и выключается. У вас появляется вот такое белое местечко. Как это исправить? Легко и просто. Вы должны перейти сюда. Вот запомните, ребят, вот эта штука превращается где-то в белую вещь. Как сделать так, она больше так не делала. Вы просто нажимаете вот сюда, просто нажимаете левой кнопкой на любую из этих тем. Вот, на любую из этих тем. Вот. Вот. Ребят, вот это, ребят, я знаю, что это такое. Я потом научу исправлять этот баг. Смотрите, видите, прикрутка не переключается. И дальше вот сюда мы переходим. Опа, ставим сюда обратно. И сохраняемся вот здесь, в 211 номере. Сохраняем ее как 211-ю. Это, ребята, еще не последний исправленный глюк в этом компьютере. Глюк исправляется в том случае, вы должны найти файл. Скачайте файл. Найдите файл. Этот файл оставлю у меня в ссылке Юра мои читы. Заходим сюда. Нажимаем сюда. Заходите сюда. Нажимаете ОК. Нажимаете далее. Здесь выскочит кнопка. Нажмем далее. Здесь есть кнопка да. Ребят, когда эту кнопку я нажму, вот эту, да, когда эта кнопка будет у меня нажата, я попрощаюсь с вами навсегда. Я попрощаюсь с вами и скажу вам всем до свидания, пока. Когда я эту кнопку я нажму, компьютер перезапустится. Всем пока, с вами был Юра Хакер ТВ, кому я помог, всем до свидания, всем пока.